18 мая бывший чемпион Strike Force, хороший знакомый Хабиба по залу AK Джош Томпсон сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов начал говорить и двигаться. «Он вышел из комы», — сказал Томпсон в интервью YouTube-каналу рефери Джона Маккарти. «Я говорил немного с Исламом Махачевым и с Умаром Нурмагомедовым, с самим Хабибом не говорил. Они сказали, что Абдулманап пришел в себя, двигается, говорит». Однако спустя всего несколько часов Ислам Махачев опроверг позитивную новость. В прямом эфире Instagram Gorilla Fighting он сообщил, что отец Хабиба снова в коме. Ну, состояние такое же, да, разная информация сейчас в интернете гуляет, что там пишут, что вышел из комы, что лучше стало, что кто-то пишет, что хуже стало. Ну, состояние такое же, тяжелое, стабильно тяжелое состояние, и он до сих пор находится в коме. Подскажи, пожалуйста, вот сейчас огромное количество ложной информации вообще, и причем последняя информация, она пошла чуть ли не из зала АК, из каких-то людей там и так далее. Вообще, вы находитесь, как я понимаю, на прямой связи и постоянно контролируете обстановку, которая там происходит. Ну, пытаемся мы, это с докторами не контачу там ни с кем, пытаюсь там у Хаиба узнать, с близкого круга у кого-нибудь узнать, как состояние тренера. Расскажи, пожалуйста, вообще сейчас есть такие очень громкие заголовки в интернете по поводу какого-то невероятного бума коронавируса в Дагестане. По поводу конкретно Дагестана вообще, как обстановка там идет, и правда ли, что очень много людей, которые болеют, людей, которые зараженные? Да, к сожалению, очень много зараженных, потому что вначале у нас люди чуть не верили этому всему. Не соблюдали никаких мер, никакой защиты, там все гуляли, выходили на улицу, и вот в итоге очень много людей заболевших, и в городе очень много людей заболевших, и даже в городе не так страшно, вот как у нас в сельской местности, там в районах разных, где медицина слабая, больницы не оборудованы, где мало мест в больницах. Там картина очень страшная, потому что просто вот людям нету места в больницах. Нету медикаментов, не хватает и всего, да, даже элементарно, даже каких-то средств защиты для врачей там. По информации телеграм-канала Мэш, у 57-летнего Нурмагомедова развивается отек легких. Тест Абдулманапа на коронавирус дал положительный результат, после чего тренер был подключен к аппарату ИВЛ. Ранее друг Нурмагомедова, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов, рассказал РБК, что у отца Хабиба поражено 75% легких. Состояние Абдулманапа оценивается как крайне тяжелое. Спортэкспресс желает Абдулманапу Магомедовичу скорейшего выздоровления.